Кто звонит? Где выключить телефон? Как куда смотреть? Отлично. Ой-ой-ой. I'm an egg. I'm immune to the plot and I can transcend time and space. Чё? Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. Кто звонит? Где выключить телефон? Ой-ой-ой. I'm an egg. I'm immune to the plot and I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. И все? Чувак, как ты быстро со мной поговорил. Он мне сказал привет, я что-то тра-ра-ра, и бум, и все упало. Чувак, как ты быстро со мной поговорил. Он мне сказал привет, я что-то тра-ра-ра, и бум, и все упало. Какая классная обезьяна. Это Марио, смотри, Винни-Пух, Марио, какая-то обезьяна, Донки Конг, может быть. Собака, лягушка, пень, дитё, синий кактус. Супер, ультра, мега какой-то молоко, шарик и слон. И говно. И слон обосрался. Ну, естественно, это страшно. Какая классная обезьяна. Это Марио, смотри, Винни-Пух, Марио, какая-то обезьяна, Донки Конг, может быть. Собака, лягушка, пень, дитё, синий кактус. Супер, ультра, мега какой-то молоко, шарик и слон. И говно. И слон обосрался. Ну, естественно, это страшно. Здесь играет музыка. Здорово, чувак. Здесь играет музыка. Здорово, чувак. Все, это тебя надо бояться. Ну просто обосраться. Надо это слушать звуки. Они, может, как-то будут топать, ходить. Я не знаю, как такая махина может беззвучно ходить. Это же шар. Хотя он может катиться просто. И все, это тебя надо бояться. Ну просто обосраться. Надо это слушать звуки. Они, может, как-то будут топать, ходить. Я не знаю, как такая махина может беззвучно ходить. Это же шар. Хотя он может катиться просто. Здорово, чувак, ты там долго не засиживайся. Добрый вечер, месье. Здорово, чувак, ты там долго не засиживайся. Добрый вечер, месье. Значит, вот эти два другана за мной будут охотиться. Один тут, и все. Еще струщая обезьяна, как... А, вот она, срет. Она, по-моему, никуда не ходит. Значит, вот эти два другана за мной будут охотиться. Один тут... и все. Еще срущая обезьяна, как... А, вот она срет. Она, по-моему, никуда не ходит. Короче, палим двух этих чух... Опа! Опа! Куда сорвался, сука? Ну-ка, вернись. Здорово. Сука, он сейчас придет ко мне. Короче, палим двух этих чух... Опа! Опа! Куда сорвался, сука? Ну-ка, вернись. Здорово. Сука, он сейчас придет ко мне. Короче, круглый ходит сюда, квадратный сюда. Так их и палим. Так, ты сидишь? Короче, круглый ходит сюда, квадратный сюда. Так их палим. Так, ты сидишь? Ты чё, не расстраивайся, чувак. Я же просто... Я не говорю, что ты страшный. Просто я не привык еще к твоему виду. Он расстроился, что я обозвал, наверное. Ты чё, не расстраивайся, чувак. Я же просто... Я не говорю, что ты страшный. Просто я не привык еще к твоему виду. Он расстроился, что я обозвал, наверное. Пойдем, приходи, я жду тебя, друган. Опа, он пришел. Я ж говорю, вот, отлично, они уже прослушиваются. О, хорошие вообще красавцы. Со всех сторон, молодцы. Забаррикадировали, вы че? Ну-ка, черти. Опа, он пришел. Я ж говорю, вот, отлично, они уже прослушиваются. О, хорошие вообще красавцы. Со всех сторон, молодцы. Забаррикадировали, вы че? Ну-ка, черти. Это не обезьяна, это бобер. Срущий бобер. Это не обезьяна, это бобер. Срущий бобер. Бобер! Сидит. В чем прикол этого бобра-то? Типа он газетку снял, приготовился бежать. Со своим сраным хвостом мне по щам, короче, надает. Это самое страшное, что может случиться. Бобер! Сидит. В чем прикол этого бобра-то? Типа он газетку снял, приготовился бежать. Своим сраным хвостом мне по щам, короче, надоем. Это самое страшное, что может случиться. Ты побежишь, нет, сегодня? Походу, не побежит. Так что делать с бобром-то? Подожди, он меня напрягает, сучка. Он по-любому побежит. Ты побежишь, нет, сегодня? Так что делать с бобром-то? Подожди, он меня напрягает, сучка. Он по-любому побежит. Ой, как все просто, палец-то. Все очень просто. Все очень-очень просто. Обезьяна, походу, охерела от того, что она увидела этого улыбающего чувака по-любому. А слон обосрался от того, что увидел круглого. Ой, как все просто, палец-то. Все очень просто. Все очень-очень просто. Обезьяна, походу, охерела от того, что она увидела этого улыбающего чувака по-любому.
А слон обосрался от того, что увидел круглого. Он-то пришел, сученька. И ушел, да? Нет! Нет, сука! Нет, 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 нет! Уйди, падаль! Он-то пришел, сученька. И ушел, да? Нет! Нет, сука! Нет, 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 нет! Уйди, падаль! Почини, Винни-Пух, Марио, у тебя вон есть глазок, подуй с лазером сюда! Почини, Винни-Пух, Марио, у тебя вон есть глазок, подуй... Ну, конечно, ага, и кто думал-то вообще? Я не знал, что он дверь мне сломает. Но он взял ее и сломал, собака. Ну, конечно, ага, и кто думал-то вообще? Я не знал, что он дверь мне сломает. Но он взял ее и сломал, собака. Пам-пара-пам-пара-пам. Ну, заходи, давай. Круглый, заходи. Я готов. Готов, готов. Заходи, давай, давай, давай. Ну. Ну, заходи, давай. Круглый, заходи. Я готов. Готов, готов. Заходи, давай, давай, давай. Ну. Получается, если мы идем, короче, на камеру с бобром и видим вместо бобра там какашку, значит, он уже бежит к нам. Потому что какашку в унитазе будет видно. Он же не просто так там сидит. Получается, если мы идем, короче, на камеру с бобром и видим вместо бобра там какашку, значит, он уже бежит к нам. Потому что какашку в унитазе будет видно. Он же не просто так там сидит. Пилюльки. Или это желуди. Что это такое? Вот эта пилюлька похожа на желудь. А это похоже на пилюльку. Непонятно что. Пилюльки. Или это желуди. Что это такое? Вот эта пилюлька похожа на желудь. А это похоже на пилюльку. Непонятно что. Че он сидит-то? У него же он пенек здесь лежит. Он по-любому за ним придет. Ну да. Получается, бобер приходит за пеньком. Это вот надо же так вот, сука, нагло так сделать, специально так сделать, чтобы я сидел и привел бобра, который никуда никогда в жизни не побежит. Я реально вам говорю, так оно и придумано. Че он сидит-то? У него же он пенек здесь лежит, он по-любому за ним придет. Ну да, получается, бобер приходит за пеньком. Это вот надо же так вот, сука, нагло так сделать, специально так сделать, чтобы я сидел и привел бобра, который никуда никогда в жизни не побежит. Я реально вам говорю, так оно и придумано. Он просто должен меня паниковать. Я ж говорю, побежит, падла. Я ж говорю, побежит. Срущая скотина. Он просто должен меня паниковать. Я ж говорю, побежит, падла. Я ж говорю, побежит. Срущая скотина. Теперь, сука, эту сломал. Ты кто такой, сука? Ты кто такой еще? Он вылазит! Он вылазит, я тебе отвечаю. Смотри, рука появилась. Короче, по ходу дела нельзя часто камеру включать, иначе он вылезет полностью. Тихо, тихо, тихо. Мы на весь экран. Это еще что за херня? Теперь, сука, эту сломал. Ты кто такой, сука? Ты кто такой еще? Он вылазит! Он вылазит, я тебе отвечаю. Короче, по ходу дела нельзя часто камеру включать, иначе он вылезет полностью. Тихо, тихо, тихо. Мы на весь экран. Это еще что за херня? Ты че, клоун? Одумайся, слышь? Нельзя, сейчас вообще нельзя. Отвечаю, нельзя. Прям нельзя и все. Че нельзя? Нельзя камеру открывать, потому что это падла, все, сейчас вторая рука вылезет, он сюда вылезет. Ты че, клоун? Одумайся, слышь? Нельзя, сейчас вообще нельзя. Отвечаю, нельзя. Прям нельзя и все. Че нельзя? Нельзя камеру открывать, потому что это падла, все, сейчас вторая рука вылезет, он сюда вылезет. Ха-ха-ха! Ну, уже почти здесь. Твою ж мать. Тихо. Тихо! Вот сколько процентов батарейки, откуда я знаю? Сейчас бы закрыл тут дверь, бобра бы не боялся. Ха-ха-ха! Ну, уже почти здесь. Твою ж мать. Тихо. Тихо! Вот сколько процентов батарейки, откуда я знаю? Сейчас бы закрыл тут дверь, бобра бы не боялся. Вот отвечаю прям вот... Не, не буду вообще бобра смотреть. Вот отвечаю прям вот... Не, не буду вообще бобра смотреть.
А где шестерка?